Всем привет, это Zeba Academy. В сегодняшнем видео мы расскажем все о чувственных наслаждениях, раскроем правду о 10 исторических продуктах-афродизиаках. В Древнем Египте ценили такие продукты, как устрицы, мед и инжир, полагая, что они могут усилить любовь и зарядить энергией. Подобные верования существовали во времена Греции и Рима, где в легендах изображались боги, лакомящиеся такими продуктами, как спаржа и миндаль, чтобы усилить свои романтические чувства. В эпоху Возрождения интерес к экзотическим специям, таким как корица и ваниль, возрастал. Считалось, что они обладают способностью вызывать романтические чувства. Однако в период Просвещения люди стали сомневаться в этой идее и стремились понять научные основы связи между едой и чувствами. На сегодняшний день мы продолжаем обсуждать романтические блюда. В видео рассматриваются 10 продуктов, включая устрицы и шоколад, которые традиционно считались стимулирующими романтические чувства. Однако наука до сих пор не может однозначно подтвердить этот эффект. В течение видео рассматривается эволюция представлений о романтических блюдах и продолжается научное исследование, нацеленное на разгадку тайн, связанных с этими представлениями. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь на Zeba Academy, чтобы узнавать о гораздо более интересных вещах из области науки.